Саманера Сумана. Тхирагатха 6.10. Когда мне было 7 лет, и я только-только оставил мирскую жизнь, победив своими силами великого могучего змея, я добыл для наставника воду из великого озера Анотатта. И учитель, увидев меня, и сказал: «Посмотри, Сарипутта, на этого мальчика, что идет сюда и несет чашу воды, невозмутимый. Его практика воодушевляет, его манеры восхищают. Это ученик Анурудхи, зрелый в своих силах, безупречно воспитанный безупречным, хорошо воспитан хорошим, обучен Анурудхой, воспитан тем, чья цель достигнута. Он, обретя наивысший покой, познавший непоколебимое, Саманера Сумана, желает лишь одного: пусть никто обо мне не знает». Анататта – мифическое озеро, находящееся где-то в Гималаях, славящееся за чистоту своих прохладных вод. Сумана использовал свои психические силы, чтобы раздобыть оттуда воды.